Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Иессон и Медея, Гюстав Моро. Холст масла 204 на 115. Миф о Иессоне и Медее – один из самых популярных. Легендарный предводитель аргонавтов, отправившихся в опасное плавание к неизведанной земле Колхиде на корабле Арго в поисках золотого руна, смог достичь своей цели благодаря помощи и любви волшебницы Медеи. Она была дочерью колхидского царя, у которого герою и предстояло забрать драгоценность. Чародейка помогала ему добыть легендарное руно, висевшее на дереве священной рощи, и отбыла с возлюбленным к нему на родину. История их любви окончится трагически, поскольку Иессон нарушил свое слово и изменит Медее, а она жестоко отомстит неверному мужу. Но в картине Гюстава Моро ничего не предвещает этой далекой развязки. Здесь показано начало любовной истории. Аргонавта было знамение. Пролетавший голубь спрятался у него на груди, а преследовавший его коршун упал к ногам героя. Оно было истолковано как одобрение богами намерения мореплавателей просить помощи у Медеи. Ну вот такое описание нашел в интернете картины Гюстава Моро «Иессон и Медея». Картина находится в музее Орсе, Париже. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.